антагонист. Да. Да что ж такое, как будто я на героине. Ты не на героине. Маш, послушай. Я к тому, чтобы рава нормально. Слушай, у меня был тогда мастер-класс в Волгограде, я делала как? Мы прям устроили вечеринку, сальсо-вечеринку, специально попросили сальсо-школу устроить сальсо вот эту пати в день, когда у нас практика, чтобы все снимали танцевашки, ну то есть, чтобы как раз все вот навыки репортажа, да, все отсняли. У нас были ребята с Никоном, с Сони, с Кэноном, с Фуджи и все, ну вот да, четыре системы. Я попросила ребят выбрать по 30 фотографий за весь вечер, чтобы они мне скинули рабы, чтобы мы их сели. Мы просто 4 системы, все залили их вместе, все нормально сходится, абсолютно. 4 системы, мы все свели нормально по цвету, там 4 системы по 30 кадров. Мы собрали просто одну серию с одной вечеринки, как бы сколько у нас было фотографов, там, нам сказали, 6 фотографов. Охерительная получилась серия, и как бы 6 систем, да, никто по не цвету спорит, ничего Маш, там не видно. Никто не спорит. Ты сама, просто... ты говоришь, чтобы они тоже отбирали, это сама не отбирали. Нет, это я на мастер-классе, просто мы уже просто после блока теории, я им сказала, что вот мои цели вы сами отберите, потому что если будем еще отбирать все вместе, ну, понимаете, да, 6-7 человек, если мы будем их отбирать все вместе, это вообще видно. А так мы просто мы все их свели, мы просто эти поставили, скажи, профили. Профили правильные поставили. Там один раз поставить внизу профиль, и они одинаковые все. Просто первый раз профиль поставить, просто не Adobe стандарт, не камера стандарт, а профиль под камеру, и все. И они все одинаковые. Плюс-минус оттенок зеленого, а мы столько это... Да. Вообще. Абсолютно верно все сказала, что я согласна. Очень красиво все сказала, правильно. С точки зрения Я сказала, правда. Ну что дальше, Маша? Эмиль, ты видишь, что прямой эффект будет? Да. Да ладно. Вещай. Эмиль, вещай. Маша, что ты хуба? Что такое? Да нас мало людей смотрят. Эмиль, ты понимаешь, от тебя сейчас все отпишутся, потому что... Во-первых, на красивом свете сидишь ты. А сидеть на красивом свете должна я. Рассказывай. Не, на самом деле, ребят, давайте поговорим серьезно. Вот без вот этого вот. Вот, я не знаю, ну чтобы переключать там ISO, да, вот надо здесь нажать, взял а все кнопки, сверху, так же, как на XT2 поставил, все. Это нет, да? Я буквально дальше за 15 минут. Некоторых нету, все. Разговаривай по очереди. Там 10 минут я на одной камере буду снимать там как быстро, но именно когда с одной на другую, я начинаю тупить. А вот если я все время снимаю, да, в силу того, что я все время снимаю на 24-70, как бы просто дай мне третий марк и 24-70. Да. И вообще без ну, проблем. Я тоже на это. Вот Артем Андреевский может меня порекомендовать. Я очень хороший второй фотограф. Я не вру. Он правда может меня порекомендовать. Артем Андреевский, скажи, пожалуйста. Да, напиши, если ты здесь. Слышишь нас? Я думаю, Артем Андреевский работает 8 сутки подряд или спит. Как он обычно, собственно, это его жизнь. Он либо на съемке, либо спит. Либо едет на съемку. Ты в Москву когда? Не знаю. У тебя что, нет заказов на Москву? У меня в августе есть. В августе там? А дым? Что? Да. Этот, на fucking event party поедешь? Когда? 22 мая. Егинские. Поеду. Что там делать? 22 мая. Как раз после Геленджика. Я уже три раза был. Ребята, это офигительная тема. Это прям офигительная тема, это прям вот супер. Слушай, мне кажется, у вас же было что-то похожее. У вас же было... Все думают. У вас был как, да. У вас был как выйдет. Да, как выйдет. Мне еще хотелось приехать даже, на самом деле. У нас в Волгограде очень большие проблемы. Я тут прям сказали, реально с вами общаются. Да? Начали общаться. То есть вы собираетесь, вы там где-то тусите, что-то вы делаете, да, там есть. Просто хотя бы общаетесь. У нас большие прям проблемы в Волгограде с коммуникацией вообще свадебной индустрии. Вообще, в принципе. Прям очень большие проблемы. Мы прям разожги сама там. Глядишь, мы бодаемся, сейчас услышат. Невозможно, вообще постоянно. У нас, знаешь, вот мы даже начали общаться недавно с Максимом Спиридоновым, это волгоградский клевый очень репортажник. Мы просто начали общаться, мы просто каждому назначаем встречу, приходим, пьем с ними кофе и трендим.
просто чтобы если мы позовем их потом, ну давайте потусим, чтобы они уже, ну как бы, мы вроде как с тобой знакомы, да, ну вот пойдем там где-то пообщаемся, потому что если мы даже разговаривали с ведущими волгоградскими и говорили, слушай, ну давай мы просто замутим клевую вечерину. Ну, просто, ну, замутим вечерину, просто пообщаемся, потусим, ну, какой-нибудь будний день, даже просто все соберемся. Вот, просто все соберемся. Я в джинсах вообще-то. Ну и что? Вот ты сейчас привлек внимание. И все меня думают, что там было. Ничего там не было. Вот, и мы хотели собраться всем, ну, всеми вечериной, и у нас ведущие говорят, что типа я не хожу на вечеринки ивентеров. Мы говорим, а почему ты не ходишь на вечеринки ивентеров? Он говорит, потому что все пихают друг друга в визитки, и меня это бесит, и я просто не хожу. Я никогда не хожу на такие вечеринки. И как бы мы такие, мы попробуем сделать вечеринку, что как бы ты на входе сдаешь визитки, сдаешь свой телефон, девушки окунают в лицо мицеллярную воду, мы, короче, вот так вот, и ты им зачем оказаться? Леша Малышев даже присоединился. Боже мой, Леша, привет. Привет, Леша. Мне кажется, ну мы столько смотрели твоих прямых эфиров, Леша, что можешь и ты наш посмотреть один раз, ничего с тобой не случится. Да, Леш, посмотри. Да, посмотри на нас, мы на тебя смотрим постоянно, на твои вспышки, понимаешь, на тебя. Леш, все твои серии, как ты их собираешь, можешь ты на нас посмотреть? Леш, позадавай вопросы, Маша. Секрет успеха, да. Да. Вот. Мы просто собрались, я из города Волгоград, приехала в город Краснодар, а Эмиль Джан очень гостеприимный Джан, и мы просто собрались здесь все по... Я все хочу сделать аватарочный, еще у нас есть аватарочный... Наш сын, пожалуйста, без аватарочных. Без аватарочные люди. Возвращайся к сыну. Сейчас, погоди, надо посидеть. Скрытая камера. Пока все уши, уши. Ну сейчас мне надо немножко проникнуться. Краснодарский. У нас, кстати, в Волгограде. Все прячет Волгограде. В Волгограде, в Волгоградской области есть сыроварня, где делают настоящий камамбер, настоящий пармезан и всякое такое. Настоящий пармезан. Нет, короче, история. У меня сестра, она беременная. Ну, как бы не беременная, у нее, она, короче, кормит. Ну, если вы понимаете, да, то есть она такая немножко на гормонах. Ну, то есть она прям, вот у нее двое детей, и она на гормонах. Она уже четвертый год в декрете, она прям такая мать. И она мне пишет, Маш, вы купили настоящий камамбер, прям настоящий камамбер, со вкусом камамбера, с запахом камамбера, свежий камамбер. Мы не любим камамбер, Маш, забери его от нас. Короче, я приехала, я открываю холодильник, и просто начинается такой запах мочи нереальный, просто вот... Просто ужасная такая вонь, и из другой комнаты ее муж Сережа, он говорит, это камамбер, она открыла холодильник с камамбером. Короче, ребят, камамбер не так хорош, как мы думаем об этом, особенно если это свежий волгоградский камамбер, берегите. Импортозамещение. Путин платит просто. Давай поставим сюда камеру. А это, ну... Это Саша. Это Саша. Я, да? Да. Приветики. Привет. Наша подружка. А как вы познакомились? Просто познакомились. Мы были вместе в лагере Орленок, когда нам было 16 лет. О, да, мы познакомились в школе, когда мы были в лагере Орленок. А с Эмиджаном мы познакомились на моем отпаде. Да? Лучик, лучик! Лучик! Есть лучик? А вон оттуда. Стой, топе. Так пересвет же. А, он... Да вон он сверху, Маш, я его вижу, вот он. Да, он... Вот обидчик, его мало? Да, понимаешь, он ничего не делает. Ну а что тогда? Это не он. Он все, это только Макс. Сейчас он... Сколько из вас? Дышим
Русик, ты держи телефон в руках, отвечай на вопросы. Знаешь, что делаете? Помогайте. Где? Продвинься по я так привык вообще. Бесит, да? Girl, flew it away. Flashing light, she said.